Приветствую вас на моем канале. В этом видео я вам покажу, как зарегистрироваться на криптовалютной бирже Yobit. Так, давайте начнем. Переходите по ссылке в описании к видео и нажимайте регистрация. После регистрации вы получите 4700 FastUSDT. Это криптовалюта, которую вы можете потом применить или там продать или обменять на деньги. Итак, придумайте логин, с которым будете зарегистрированы на бирже, email адрес, пароль, и подтвердите пароль. Здесь необходимо указать вот эти три символа, согласиться с правилами и нажать кнопку зарегистрироваться. Я уже зарегистрированный, сейчас перейдем в мой кабинет и я вам покажу, как пополнить баланс и купить криптовалюту. Итак, зашли на мой аккаунт. Слева у вас балансы, естественно, все будет у вас по нулям. У меня здесь маленько есть оборотные средства, и давайте я вам покажу, как вы можете зачислить на баланс либо криптовалюту, либо деньги. Давайте я покажу, как зачислить рубли. Нажимаете плюсик, и здесь вам предлагается три варианта зачисления денежных средств. Ну, три системы для зачисления денежных средств. Я обычно выбираю по карте и просто, следуя инструкции, что здесь написано, указываете номер, 4 последних цифры карты вашей, от спама код указываете, и заметьте, сумма должна быть не менее 300 рублей. Я рекомендую вложить, ну, 1000. Сейчас 1000, в принципе, небольшие такие уж деньги. Все. После того, как нажмете далее, следуя инструкциям, переводите деньги, и денежные средства зачисляются буквально вам в течение нескольких секунд. Также обстоят дела и с долларовой валютой, только здесь уже через другие системы вводятся деньги. Так, если вы хотите зачислить в биткоинах, ну, в сатошах, или в доджиках, допустим, то тоже нажимаете плюс, вам высветится адрес, и на этот адрес будете переводить криптовалюту. В течение некоторого времени она у вас зачислится на баланс. Ну и USDT тоже можно зачислить. Если у вас есть в какой-то другой бирже или на кошельке, то также можно это все дело сюда пополнить. Ну, в целом, что еще можно сказать? Есть еще тут такие приложения, которые позволят зарабатывать пассивный доход. Это, допустим, InvestBox. То есть вы можете инвестировать в криптовалюту и получать проценты. Вот как видите, какие криптовалюты можно вложить и какие действия нужно выполнять, чтобы вам что-то начислялось. И если стоит действие ноу, значит, вы можете просто вот в рублях положить, и вам будет 10 рублей, значит, вложите, то есть максимальный вклад 20 рублей, и вам 1% будет капать еженедельно. Вот здесь много различных валют, нужно читать, смотреть. Так, еще интересный проект — это Yieldstep. Тоже можете получать дополнительный доход, покупаете так называемые виртуальные кроссовки, допустим, вот стоимость 10 USDT, первый уровень, и вам будет ежедневно капать на долларовый баланс 5 центов, и так далее. То есть можно вложить 50 тысяч долларов, вкладываете 94 тысячи, получаете. Также есть еще
виртуальный майнинг. Вот виртуальный майнинг. То есть покупаете мощности. И здесь вот будет добываться криптовалюта. И будете ее зачислять на баланс. Потом это тоже все можно продать, обменять и так далее. Так, и самый выгодный проект — это фарминг валюты. То есть ликвидность создать в DeFi пулах, и где вы будете получать определенные проценты. Как вот видите, у меня $55 вложено в Palm, $94.26 вложено в бонус Dodge, и вот это мне проценты начисляют. Я их забираю, и каждые сутки мне начисляются проценты. Тем самым я потом могу обналичить эту валюту или доложить на ликвидность и получать еще больше процентов. То есть вот смотрите, я сейчас собрал проценты. Как можете заметить, у меня баланс 10.035. И сейчас давайте обновим. И появился 10.054. То есть за какие-то там 10 минут мне добавилось несколько сатоши. Согласитесь, мелочь, оно приятно. Ну, естественно, если вы будете вкладывать большие суммы, и циферки здесь, естественно, будут и на 3, и на 4 ноля прибавляться. Все будет зависеть от ваших вкладов. Все, как работать с ликвидностью, у меня есть видео на канале, я ссылку оставлю в описании, можете зайти посмотреть. Ну, могу вкратце рассказать. То есть, допустим, давайте будем, ну вот спиц БТК возьмем, да. То есть вот у меня есть 562 спиц, но нету БТК. Обязательно вот здесь должны быть сатоши, чтобы добавить ликвидность, нужно иметь поровну, ну то есть допустим так, то есть вот 2274 сатоши равносильно 562 спицу. То есть вот здесь вот должны быть 2274 сатоши, и тогда вы нажимаете добавить ликвидность, и у вас зачисляется вот сюда, и за счет вот этих вот, за счет вот этой ликвидности вложенных средств вам начисляются проценты, которые вы можете вот продать в эти же потом биткоины. Думаю, понятно все объяснил. Если кому непонятно, задавайте вопросы в комментариях, постараюсь ответить. Все, на этом заканчиваю видео. Кому было интересно, ставим палец вверх. Подписываемся на канал, регистрируемся на биржу. Биржа классная. Всем пока.